Друзья, привет! Вы на моем канале Маргарита. Ребятки, не забываем про опцию суперспасибо и заказываем треки на любимых исполнителей. Друзья, слушаем трек Soul Need. Ребят, очень интересный трек, да, музыка такая ритмичная, голос красивый такой. Классно, да? Поет, классно, да. Классно, так, знаете, прямо звонко, чисто, да, ребятки. Очень ярко, ярко, да. Классно, классно, запоминающееся, да, такое. Классно. Мелодии прямо запоминают. Классно. Классно, молодец, очень классно. Очень красивое исполнение, да? Угу. Такое стильное, да? Модное такое, музыка такая. И так двигается под эту музыку, классно. Прям вот стильно, да, скажи? Да, круто. Шикарно, молодец, молодец. Интересное исполнение. Классно прям сделал. Угу. Шикарный трек, ребят. Очень эмоционально, музыка, да? Очень красивый, голос шикарный, ребятки. Трек о музыке, ребят. Молодой человек поет, что в музыке вся моя душа. Понимаете, ребятки, он поет о своей жизни, как он поет, сочиняет, как он это делает, да. Вот этот рассказ. Немножко есть текст, завуалированность в тексте есть, да, ребятки. Мне это понравилось. Да, я люблю интересно, такое, ребятки, да. Вот интересное очень исполнение. Голос очень красивый, эмоциональное исполнение. Очень яркий, очень яркий, яркое исполнение. Угу. Очень классное направление, да, скажи. Ультрамодное. Да, модное, ультрамодное. Есть слова, которые завуалированы, да. И есть, ну, текст, вот именно музыка, понимаете, человек рассказывает, да. Интересно было слушать, да, сам очень текст. Очень интересно, да. Классно. Мне очень понравилось. Молодец. Классно сделал, талантливо сделал, умница, умница, профессионально прям сделал. Охота слушать было, мне интересно было слушать тебя, умница. Слушаем второй трек, ребятки. Чтобы доказать тебе то, что любил я, я могу найти мне нужный Классно, а? Классно. Классно, молодец. Очень классно. Голос, голос очень сильный, да? Голос звучит классно. Модно, да? Модно, красиво. Очень эмоционально, звонко, очень эмоционально. Звонко, эмоционально. Да. Трек о любви, ну, ребятки. Искренне очень звучит, да. Трек о любви, ребятки. Музыка такая красивая, да? Прям вот начало очень классно, красивое. Классно, да? Молодец, 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 умничка. Вселенная,
зачем я курю так много? Какое место я зову дома? Почему хочу это за тебя снова? Просто говорю за замога. Поменялся за это время. Просто умолчится. Мое время ценно. А что за чисто слово? Подаю признака жизни. Такой танцевальный, да, трек, да, получился? Да, танцпол, да, вот там танцевать, прелесть, да, музыка такая стильная. Классно. Танцевать классно. И знаешь, по-разному, половина трека так можно танцевать, потом ритмичнее. Более динамично, да, динамичнее. Классно. Голос красивый, молодец, красивые лайфхаки в голосе делаешь, красивое. Я с удовольствием немножко Идлиб бросал, потому что классно, мне охота была, мне нравится, понимаешь? Молодец, молодец. Голос добавляешь изюминки. Украшает трек, украшает. Да, классно. Молодец. И очень красиво берешь высокие ноты. Ну, сам по себе голос очень красивый. Высокие ноты классно берешь. Молодец, профессионально. Молодец, умничка. Продолжай дальше. Отлично. Так, ребятки, слушаем следующий трек. Третий трек, и все треки разные. Слушай, энергетика треков разная. Да, да, направление, класс. Как это называется? Вот мы не знаем, да. Во-первых, классно поет. Да, в музыке. Какой-то техника пения. Синтезатор какой-то, да, вот в музыке. В музыке добавлен. И в голосе добавлен автотюн какой-то интересный. Немножко есть вроде в начале. Да, автотюн, есть. Да. Немножко есть. Небольшая обработка, классная. Да, и обработка, она просто для изюма дает, потом раз опять убирается. Именно она вот для... Ну, классно он придумал, да? Да, молодец. Круто, круто. Молодец, профессионально. Молодец, умничка, мне очень нравится. А псевдоним Солнит у этого артиста. Ну, классно. Да, шикарно, да? Угу. Молодец. Талантливый мальчик, прям супер. Супер, молодец. Простите, я тут что-то звонила. Нет, так губами начала шлёпать. Оператор начала смеяться надо мной. Ты зачем так делаешь? Нет, ну я знаю, что тебе... Ну ты сильно начала танцевать. Ну ты глянь, какая музыка классная. Ну как не танцевать? Она такая ритмичная, но мне нравится, да? Мне вот охота танцевать. Я вижу, ты еле сдерживаешься. А она меня... Ребят, видите, она надо мной смеётся, что я так танцую. Ну нет, ну классно, молодец. Я же стесняться буду, так нельзя делать. Нехорошо. Класс, ну класс, да, смотри, круто. Как круто. Да, фашмур, ты призвольна, тут твоя
скажи, какой талант для молодого человека? Мне нравится вот, что очень эмоционально и очень танцевально при этом, но при этом с душой искренне. Нет, классное красиво, сочетание. Красиво. Круто. Нет, это талант. Да, это очень, круто, это большой круто. Талант. Художник, он придумал. Молодец. Это. Классно. Мне очень-очень понравилось. Скажи, угу. Классно. Голосом, как своим, владеет классно. Тембр голоса очень красивый. Акценты такие яркие ставят, да. Голосом. И тембр голоса очень красивый, да. И вот автотюн немножко добавляет, он это вот направление. Мне нравится, да. Что он добавляет его столько, сколько нужно. Да. Мне нравится. Лишнего классно, нет. Да. Лишнего нету. Да, да. Бывает автотюн. Баланс да. Соблюдается. Бывает автотюн, да, он немножко лишний у некоторых людей, а это все дозировано. Гармонично очень. Гармонично. И в музыке немножко вот такое. И да? Мне нравится, что у нас, что голос слышно хорошо, да, самого артиста. Да. Это круто. Голос красивый, угу. Да? Очень звучит, яркий, очень, да, яркий. Да, современный. Та-да-да-да-да-да-да. Красивая мелодия мне нравится очень. Классно. Вот мелодию же придумать надо на такой трек. Это угу. Придумать надо. Молодец. Вот я прям вот супер. Я тебя очень хвалю. Ты молодец. Умничка моя. Давайте слушаем дальше, ребятки. Красиво, да? Угу. Вот надо собой узнать надо, как вот такое направление называется. Это же ведь какое-то, есть именно вот его название, понимаешь? Да, классно. Мы не знаем. Очень красиво исполнял. Поёт круто, конечно. Поёшь круто. Красиво вот добавляешь вот автотюн этот вот, красиво добавляешь, понимаешь? Голос звучит вот очень такой, разнообразно, голос, да. Голос так звучит красиво. Прям красивый голос, тембр голоса. Музыка классная, молодец, умничка. Скажи, молодец какой. Круто очень, да, понравилось. Мне очень понравилось. Шикарный исполнитель, у тебя очень красивый голос. Ты очень красиво своим голосом владеешь. Ты разные такие вот именно лайфхаки голосу... Используешь. Да, используешь. Такие прям вкусняшечки, прям вот так раз. Их нет, и они не лишние. Ты дозированно делаешь. Сулнит, ты очень классный, талантливый музыкант. Двигайся дальше в своем творчестве. У тебя классно получается. Ты классный, талантливый, еще раз повторюсь. Пиши дальше, радуй нас. Замечательно все сделал, мне очень понравилось. Крепко тебя обнимаю и целую. Пока.